Федеральное министерство здравоохранения подтвердило уже несколько случаев заражения оспой обезьян в Германии на данный момент. По словам медиков, из-за многочисленных контактов инфицированных следует ожидать новых заболеваний. Обезьянья оспа становится событием международного масштаба. Сейчас в Германии все органы здравоохранения федеральных земель, Институт Роберта Коха, Берлинская больница Шарите и Федеральный Минздрав находятся на постоянной связи, чтобы максимально защитить жителей страны от этого вируса. Но у экспертов пока больше вопросов, чем ответов, ведь оспа считалась искорененной болезнью. Вирусологи проводят анализы вакцины против оспы, которая использовалась еще в 80-х годах 20-го столетия, чтобы понять, насколько она может быть полезна сейчас. К другим темам. В Германии открылись продажи билетов на поезд и автобус за 9 евро в месяц. Дешевые проездные предлагает крупнейший железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn и многочисленные транспортные компании. Месячный билет за 9 евро будет действовать с 1 июня на протяжении всего лета и позволит путешествовать по всей Германии местным региональным общественным транспортом. Это намного выгоднее, чем с обычным проездным. Так, например, новый билет позволит сэкономить до 60 евро за одну поездку от Баварского леса до Берлина. Дефицит педагогов в Берлине за год увеличился в 2 раза, что ставит под удар систему образования. По сравнению с прошлым годом в столице не хватает уже 1000 учителей. Дефицит преподавателей вызван тем, что университеты Берлина готовят слишком мало специалистов. Столичные учителя чаще переходят на неполный рабочий день, а число школьников растет. В итоге нагрузка на преподавательский состав значительно возрастает. Сейчас каждый третий учитель в Берлине вынужден работать сверхурочно. В Германии стартовал сезон клубники. Эксперты дали несколько советов любителям ягоды. Во-первых, не рекомендуют мыть клубнику под проточной водой. Так она быстрее теряет свой аромат. Лучший способ сделать это – положить ягоды в миску с водой и быстро промыть их. При покупке клубники обратите внимание на ярко-красный цвет, блеск плодов и приятный запах. На ней не должно быть вмятин, а в упаковке сока. Информацию о состоянии плода также предоставляют чашелистники. Они должны выглядеть свежими и зелеными и легко удаляться.